На главной арене «Триумфа» провели открытые соревнования городского округа Люберцы по спортивной аэробике. На соревнования приехали спортсмены из столицы и муниципальных образований Подмосковья. За выступлениями наблюдал Богдан Колесников. Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на площадке Дворца спорта «Триумф». Юным спортсменам пожелаем удачи, а нашим зрителям положительных эмоций. Мы постарались, чтобы эти соревнования были на самом высоком уровне. Я думаю, вам нравится, да, ребята? Нравится? Хочется, чтобы спортивная аэробика в Люберцах развивалась. И хочется пожелать, чтобы чемпионат или первенство Московской области провели в Люберцах. На соревнования по спортивной аэробике приехали около 400 спортсменов от 5 до 13 лет. Свои умения показали аэробисты из Москвы, Раменского, Дмитрова, Домодедово, Балашихи, Солнечногорска. Мне очень нравится Люберцы, потому что здесь очень большая арена и много людей, которые сюда приехали, которые не пожалели показать свои выступления. У нас уже появились новые подружки, и мы уже скоро поедем опять в Люберцы. Городской округ Люберцы сегодня представили 27 человек. К соревнованиям они готовились особенно тщательно. Тренировались каждый день. В аэробике главное работать в команде, а мы это умеем. Мы своим выступлением довольны. Каждый спортсмен стремится получить от судей высокие баллы. Чтобы заслужить достойную оценку, нужно проявить все свое мастерство и талант. Мы встретились в первую очередь, чтобы пообщаться, обменяться опытом и дружить командами Московской области, города Москвы. У нас несколько критериев: сложность, артистизм, исполнение. И каждый судья оценивает свое направление. Общая оценка выводится уже исходя из этих трех критериев. Естественно, мы выбираем сильнейших. Самые сильные и грациозные поднялись на пьедестал почета за заслуженными наградами. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.